Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт фокусыотморяка.ру. Подошел к концу очередной наш месяц, месяц ноябрь. Всех поздравляю с первым днем зимы. Сегодня 1 декабря, я снимаю результаты. Вот. И хочу предложить вам посмотреть, кто же у нас стал лучшими комментаторами в этом месяце, в месяце ноябрь. Что ж, не будем тянуть время, перейдем и посмотрим. Ну что ж, друзья, давайте начинать. Итак, третье место и комментарий, который мне понравился, это матрос под ником Мро-бро. Мро-бро и его коммент к прошлому итогу конкурсов. К прошлому итогу конкурса «Лучший комментатор» за октябрь месяц. Итак, что же получает у нас Мро-бро? Мро-бро из сундука моряка получает вот такую вот колоду Талиха Circle Back в синем цвете. Уважаемый Мро-бро, это теперь ваше. Итак, место номер 2, коммент, который мне также очень понравился. Хочу сказать сразу, это не матрос, это русалка, потому что это девушка. Девушек мы кличем русалками. И это Мэри М. Мэри М и ее комментарий к обзору карт Bicycle Outlaw. Итак, что же у нас получает Мэри? А Мэри из сундука моряка получает вот такую вот прикольненькую колоду Bicycle Pro Poker Pick. Уважаемая Мэри, если вы не против, я с удовольствием сниму обзор на эту колоду, дайте только разрешение. Ну, опять же, если вы не против. Тем не менее, эта колода достается Мэри М. Итак, коммент номер 1. Комментатор, который вообще просто молодец, пишет просто офигенные комменты. Это у нас матрос под ником Денис Лавров. Денис Лавров и его комментарий к моему недавнему видео, которое называется «Неразлучные половинки». Итак, что же получает у нас Денис Лавров? Денис Лавров из сундука моряка, вот прям не жалко отдать свою собственную колоду за это. Денис Лавров получает вот такие вот офигенные карты Bicycle School. Мне как бы они особо не нужны уже, я ими уже наигрался, поэтому думаю, можно спокойно подарить Денису. Так что, Денис, эта колода теперь ваша. Но мы же, конечно, помним, что у нас есть еще и четвертый победитель. Четвертый победитель и комментатор, который был самым активным. Точнее, не то, что он был активный комментатор, он был просто самый активный пользователь канала. И это матрос под ником Андрей Орехов. Итак, привет. Что же, давайте посмотрим нашего сегодняшнего самого активного подписчика. Напоминаю, сегодня у нас 30 ноября, время 22:12 на часах. Как обычно, я захожу в раздел «Поклонники» и выбираю «Упорядочить по активность пользователя». И на первом месте у нас Роман Акс. Роман Акс, я, конечно, не знаю, как вы это делаете. Вам, наверное, уже можно тренинги снимать о том, как стать самым активным поклонником за месяц на YouTube. Серьезно, вы будете прям нормально денег зарабатывать. Но, как и мы все помним, Роман Акс у нас уже два раза становился самым активным. В третий раз он стать им не может. Соответственно, победителем и самым активным подписчиком этого месяца становится человек, то есть становится пользователь с ником Андрей Орехов. Я Андрея от души поздравляю. Ну что ж, теперь давайте перейдем и посмотрим, что получает у нас Андрей. Ну что же у нас получает Андрей? Андрей из сундука моряка получает вот такую вот колоду Bicycle and Stones Steampunk. Уважаемый Андрей, эта колода теперь ваша. Да, кстати, Андрей, если вы не против, с удовольствием сниму обзор на эту колоду. Колода прикольная, недорогая, думаю, многих заинтересует. Ну что ж,
Еще раз встречаем наших победителей, то есть это у нас Андрей Орехов, Bicycle and Stone Steampunk, Мробро Талли Хо, Мэри М, Bicycle Pro Poker Pick, Денис Лавров, ну я думаю, шутку все оценили, конечно же, да, естественно, недраный Bicycle School. Ну, вот такие вот карты Черные Арканы. Черные Арканы достаются у нас Денису Лаврову. Денис, если вы не против, то с удовольствием я сниму обзор на эти карты, так как они очень популярны и многие хотели бы посмотреть на них. Ну, друзья, вот и все. Перед тем, как попрощаюсь, хочу дать пару советов. Первое, это ни в коем случае не старайтесь накрутить активность. Вот я замечаю всплеск активности в самом конце месяца. Вы не думайте, что активность складывается за последние там, 3-4 дня. Это глубокое заблуждение. Активный человек это тот, который на протяжении долгого времени что-то делает. А если вы заходите и пишете там просто набор букв и думаете, что от этого вы станете активным, нет, я просто за такое буду теперь банить. Мне потому что надоело заходить и читать вот эти клавиатуры по-быстренькому что-то настучали, типа комментарии. Нет, такое больше не проканает. Буду просто удалять, а если будете с этим слишком чистить, я буду просто за это банить. Вот и все. Потому что я не хочу тратить время на чтение вот таких вот комментариев. Вот. Ну что ж, месяц декабрь начался точнее уже, полностью в вашем распоряжении. Вот, то я думаю, по итогам декабря я подготовлю какие-нибудь вообще супер-классные колоды вот, для победителей. Так что старайтесь, комментируйте и до встречи в следующих видео. Пока!